Итоги своей работы в этом году подвела и партия «Единая Россия». В Якутске прошла отчетно-выборная конференция. В преддверии январского Всероссийского съезда партии руководство сформулировало требование сместить акцент работы на низовый уровень. В столице республики партийцы избрали секретаря партии, членов политсовета и делегатов на 16-й съезд. Секретарем Якутского регионального отделения переизбран Александр Наговицын. Во-первых, я сменил свое основное место работы, ушел с поста генерального директора ГУБЖК, потому что мы в начале еще с Егором Афанасьевичем, когда встречались с Сергеем Ивановичем Неверовым, генеральным секретарем партии, был разговор о том, что все-таки секретарь регионального отделения должен больше степени уделить партии. Конечно, занимая пост генерального директора ГУБЖК и одновременно быть секретарем регионального отделения, довольно-таки сложная ситуация. Поэтому сейчас основной все-таки упор у меня будет на партийную работу.